В этом году конкурс «Лучшая академическая группа КФУ» отмечает маленький юбилей. Впервые самый сплоченный и дружный студенческий коллектив выбирали аж 10 лет назад, в далеком 2006-м. А его участниками за это время стали десятки групп, старост и кураторов. Мы можем сейчас уже отметить, что в этом году подготовка группы была на уровень выше. Было очень много спецэффектов на сцене, очень много использовано техники, каких-то там реквизитов большое количество. И группы очень хорошо подготовились к этому. Очный этап конкурса проходит в течение 3 дней. Самыми первыми на сцену вышли претенденты на звание «Лучшая академическая группа». Здесь участников было традиционно много. И это объяснимо, ведь на кону поездка в культурную столицу России – город Санкт-Петербург. Такой же приз ждет и лучшего старосту. В этом году в этой номинации собрались очень сильные участники. И каждый готов доказать жюри, что именно он лучший из лучших. Староста – это такой человек, который ведет группу вперед, и группа достойно смотрит на себя и гордится тобой. И надо быть таким человеком, чтобы группа гордилась своей старостой и получала от нее только хорошее. Кстати, кроме самих академических групп и их старост, за звание лучших соревнуются и кураторы. Имена победителей во всех номинациях станут известны в мае. Так что у всех конкурсантов еще достаточно времени, чтобы собрать чемоданы и изучить карту северной столицы. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.